you tryna pull up to my crib, I think you really gotta go. Всем привет, ребята, и вы попали на мой канал, и с вами, как всегда, Сашер. И сегодня я вам покажу, как получить супер-классный костюм в Роблоксе. Ну а перед началом этого ролика я хочу вам порекомендовать свой телеграм-канал. Там я рассказываю больше о своей жизни и не только. Также я там спалила внешку. Беги по ссылочке в описании и подписывайся. Что ж, а мы начинаем. Бесплатную вещь сегодня получаем на вот этой карте. Как только зашли, бежим в школу. Игра недавно обновилась, и библиотека находится в абсолютно другом месте. Бежим так, как я показываю на видео. Затем нам нужно сесть за последнее компьютерное место. Как видите, оно занято. Кстати, ребята, вчера я создала мерч за 5 рубаксов. И он уже есть в моей группе в Роблоксе. Ссылочку на нее вы найдете внизу. Итак, место уже освободилось, теперь садимся мы. Ждем появления ключика. Вот и он. Забираем и бежим, как на видео. Теперь просто заходим в портал. Теперь нам нужно пройти паркур. Согласна. Нервов я сюда потратила очень много. Но все же, это того стоит. После того, как мы прошли все это, просто забираем ожерелье вот тут. Получаем бейджик и выходим. В нашем инвентаре теперь есть супер классный спортивный костюм. Но это еще не все. Также мы получили яркое ожерелье. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. И до встречи на моем канале.